Хаштагдар табона сагатир штона узан ашашт раштакаю райрдузан. Уйдыхай кушинканын с республикон гидрометцентрой. Ранайратты уарзан мид бацаниш мих. Фандакта узышты барынцаг. Ахшавы гонию термометрды саджинста фадалдар узышты артындаш градусы уажалы онг. Бонай аш градусы онг. Юандашама дуадашам январы факарымдар узан. По территории нашей республики большое влияние сейчас имеет антициклон с центром над Волгоградом. В ночные часы будет от 8 до 13 градусов мороза, днем 11-16 градусов мороза и 12-3 градусов мороза до 2 градусов тепла.